Дом купца Назарова в Вологде называли последним сохранившимся в городе зданием со штурвалами. Памятник архитектуры начала 20 века становился героем материалов 7 канала не единожды. Это кадры 2013 года. Здесь еще можно увидеть угловой балкон и его уникальную резьбу. Съемки проходили спустя неделю после пожара. Тогда чиновники обещали восстановить памятник через год. И вот что можно увидеть спустя несколько лет. За последние два года здание страдало от пожара трижды. Самое последнее возгорание, которое случилось 17 августа, оказалось самым разрушительным. Полностью уничтожена внутренняя отделка здания, частично пострадала внешняя, рухнул потолок. Но самое страшное – это обвалившаяся кровля, которая, остатки ее буквально чудом держатся на весу и в любой момент могут сорваться вниз. Крыша над тротуаром, так хоть она слетит. И, пожалуйста, прибьет кого-нибудь. Аварийная кровля нависала над тротуаром почти месяц. Рабочие появились здесь только сегодня утром и с небывалой скоростью начали сооружать навес. Возможно, совпадение, но его начали возводить только после того, как фотографии представляющего угрозу для жизни людей памятника начали появляться в СМИ. Просто нужно сделать срочно, нас сюда бросили и все. Максим Васильевич есть такой, у нас начальник. Вчера вечером сказали, мы сегодня здесь. А вчера вечером? Да. Значит, ему тоже такая команда была, надо срочно сделать. Ухаживать и следить за памятником – обязанность городских властей. Охранное обязательство городской администрации было выдано в 2009 году. В Комитете по охране объектов культурного наследия ранее заявляли о бездействии чиновников и даже подали на нерадивых хозяев в суд. Впрочем, от этого стремление реставрировать дом у его собственников, как и денег в бюджете, не прибавилось. Обязательства в настоящий момент действительно не исполнены, работы по сохранению объекта культурного наследия не проведены. Но были проведены, соответственно, минимально необходимые работы по обеспечению сохранности и консервации памятника. Выполнить работы по реставрации всех объектов культурного наследия за счет бюджета не представляется возможным. А значит, речь о реставрации в доме купца Назарова при нынешнем собственнике не идет. Да и многие специалисты склонны полагать, что здание восстановлению не подлежит. Впрочем, чиновники полны оптимизма, в очередной раз заявляя о новом проекте реставрации. Здание планируют выставить на торги и найти нового хозяина. В каком виде дом предстанет перед ним, пока непонятно. Ведь впереди зима, но даже вопрос с перекрытием кровли пока не решен. Алена Александрова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.